Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очень аппетитный вкусный салат с корейской морковью, колбасой и помидорами. Мне понадобится 2 сваренных вкрутую яйца, сыр, я уже его натерла на терке, обычный твердый сыр, свежие огурцы, я их уже нарезала соломкой, морковь по-корейски, морковь можно приготовить самим, либо купить в магазине, колбаса, 3 помидора и майонез, либо сметана. Нарезаю помидоры. У помидор я очищаю серединку и также нарезаю соломкой. Помидоры нарезаны, теперь нарезаю колбасу. Нарезаю яйца. Яйца можно просто натереть на терке. Все ингредиенты нарезаны, формируем салат. На дно тарелки укладываю колбасу. Я готовлю этот салатик слоями, но его можно просто перемешать, и он также будет очень вкусный. Смазываю майонезом, либо сметаной. В майонез можно добавить немного чесночка. Выкладываю огурцы. Огурчики немного подсаливаю. И опять немного майонеза. Теперь я выкладываю яйца. Совсем чуть-чуть майонеза. И помидоры. Помидоры надо тоже чуть-чуть подсолить. Теперь выкладываю корейскую морковку. Совсем чуть-чуть смажу майонезом. И сверху посыпаю сыром. Ну вот и все. Мой салат готов. Ему хорошо бы еще немножечко настояться в холодильнике, примерно минут 20. И можно подавать к столу. Ну а я с вами прощаюсь. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!